Доброе утро, дорогие телезрители телеканала СТВ. Если вдруг вы решили удивить, побаловать своих родных и близких, я предлагаю вам один из моих любимейших рецептов, который называется карри из нута. Нут – это же его же название, турецкий горох, также еще его зовут бараньим горохом. А также к этому замечательному блюду мы приготовим смесь бурого и дикого риса. Он наиболее ценен для организма, содержит множество питательных веществ. В состав этого замечательного блюда входят также помидоры, лук репчатый, а также, без чего просто не обойтись, что придает именно пикантность этому блюду, это специи, индийские специи. Карри, куркума очень полезна для здоровья, это является природным антибиотиком, а также имбирь, который тоже очень полезен для организма, и зира кумин. Единственное, что необходимо обязательно сделать, это на ночь замочить этот замечательный горох, ценный горох. Сейчас мы готовим основное блюдо. Обязательно нашинковать луковицу. Можно две. Я считаю, что лук, он придает особый вкус блюду. А сейчас необходимо обжарить наши все ингредиенты, которые составляют вот этот замечательный волшебный соус карри. Мы используем оливковое масло. Необходимо сначала обжарить зиру кумин. Бросаем в разогретое масло. Затем, когда зира кумин немножко обжарится, кладем репчатый лук. Тем временем наш рис уже варится, а нут уже готов. А секретом моего бодрого настроения является, естественно, здоровое питание и позитив. Самое главное, я подхожу к зеркалу, улыбаюсь сама себе и говорю: сегодня будет хороший день, ведь у нас съемки на телеканале СТВ. Смотрим СТВ. А сейчас, когда наш лук уже обжарился до золотистого цвета, я кладу специи. И потом кладем туда помидоры. И последний ингредиент для нашего прекрасного соуса карри – это имбирь. Отправляем его туда. Итак, нут уже у нас готов. Кладем сюда наш замечательный соус.